Сьогодні просто прекрасний понеділок, знаєте, сьогодні не день, а дійсно свято. І от я маю тут таке невеличке запитання до Олеся. Олесь, ти казав, що тобі, знаєш, замало позитиву, там інколи не вистачає заряду енергії. А давай уявимо, що я буду не одна, а таких, як я, буде дві. Я буду мовчати, не коментувати це, тому що в два рази, а де це, а де це, а чого це, а що мені немає, а я тебе просила, а де мій обліпиховий чай і тому подібне. І ти знаєш, це було б страшно, страшно, якщо буде два таран, хіба таран піде на таран, і там два позитива стане мінус, мінус, тобто один, тоді буде адекватно. Але, ну давай, давай. Жити. Ну да, але сьогодні, знаєш, це може статися, бо у нас у ранковій студії у прямому ефірі буде справжня магія. Сьогодні ще й у світі відзначають День ілюзіоніста, і у нас у гостях Євген Чос. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. З вашого дозволу буду немножко на русском говорить, мені буде чутка більш комфортно. Без питань. Тут найголовніше, щоб, знаєте, були фокуси в прямому ефірі, бо ми вже на них чекаємо. К сожалению, їх не буде. Не буде фокусу? Буде магія. Все, звертаємося. Гаррі Поттер, добрий вечір. Вітаю вас, я Рон Візлі, це Герміона Грейнджер. Тут різки змінили. У мене перше запитання все ж таки ілюзіоніст. А в твоєму розумінні, хто це? І коли ти вперше чи обдурив, чи здивував своїх рідних і друзів? Иллюзионист – это по факту тот, кто управляет как раз, назад самой фразой, иллюзиями. То есть мы создаем иллюзии за счет взглядов, жестов и дополнительного реквизита. А то, как я в принципе сюда вошел, в эту профессию, это длинная такая… Я попытаюсь ее сократить до максимума. Я вообще планировал быть священником. Да. Вообще перекрутило. На самом деле, с 6 лет я, в принципе, начал увлекаться фокусами. Я видел передачу, где раскрываются секреты фокусов. И там потихонечку, потихонечку один фокус, второй, третий и так дальше. И начал наполнять свою базу. После чего уже у меня началось такое, в возрасте 12 лет я хотел идти в священники и как раз фокусы. И вот этот диссонанс между двумя, в принципе, противоположностями и дал мне выбор как раз в сторону фокусов. Я уже начал более профессионально заниматься, закончил эстрадно-цирковую, ну и пошло-поехало. Угу. А вот все ж таки иллюзионист для тебя больше как магия, чи це скрыто те, что никто не бачит? Ох, как сказал когда-то мой учитель, чудес на свете не бывает, кто как не мы это знаем. Но мы как раз создаем это чудо для остальных. Но для нас оно давненько уже потеряно. Хотя ищем мы это чудо в другом. А це основна професія, чи все ж таки є ще чим ти займаєшся? Это основная. По большей части только этим и занимаюсь. Дополнительно это как преподавание, еще что-то в этом духе. Но иллюзионист это основная профессия. Я, якщо чесно, я вже чекаю. Я так само кажу, я жду, поки буде магія, коли скажуть, ого, оце то ми зараз побачили, і цікаво, як це. Можна буде щось продемонструвати? Хорошо, давайте тоді одразу і почнемо. Но мені потрібно, щоб ти закрив очі. Окей. Без допомоги рук. Добре. Но не підглядуй, мені потрібно встати. Саме головне, зосередоточся і не підглядуй. Окей? Угу. В уме считай прикосновение. И когда я тебя спрошу, ответишь, сколько насчитал. Все просто. Готов? Да. Ты что-нибудь почувствовал? Ну, типа шестаки. А что ты почувствовал? Два раза такой по плечи. Ты уверен? Ну, типа да. Можешь открывать глаза. А что, если я тебе скажу, что к тебе никто не прикасался? До мене доторкалися два рази, тебе не трогали. Серйозно? Смотри, я вижу по твоїм глазам, ти мені не віриш. Ну, слава богу, у нас є можливість пересмотреть это. Да. Но, давай так, ти зараз будеш смотреть, а ти закроєш глаза. Та-та-та-та-та-та-та. Все, закрила очі. Сосредоточилась? Сейчас, да. Все. Не подглядывай. Угу. И не усни, самое главное. Коли п'ять і стало, то вже складно. Ти що-небудь почувствовала? Так. Да. Що? По носу. Можеш відкривати глаза. На що це було похоже? Не наче ниточкою так по носу зробили якось, не знаю. Ти в цьому впевнена?
Ну, да. На самом деле к тебе никто не касался, а салфеткам, салфеткой краешком салфетки мы провели по носу, но не твоему. Серьезно? Таке відчуття, як будто з нас тянуть прикол просто. Знаєте, просто я це тільки що бачила на Олесі, і я б ще подумала, що, знаєте, зараз на мені, типу, вони там, ну, поки я не бачила, да, вони так зробили, типу, що до мене доторкнулися. Проте я бачила, як це робилося на Олесі. До Олесі ніхто не торкався, торкалася до мого плеча. Так, стоп. А в мене питання, а як так, що... Є такі фокуси, і ми знаємо всі карти. Карти просто розкидаються, там просто швидкість рук і все. Як це? Де секрет? На самом деле, я вам даже подсказок в этом плане не дам, но скажу одно. Направлений в фокусах очень много. Ловкость рук – это не основная часть, которая помогает иллюзионисту. Есть еще отвлечение внимания, есть переводы и так дальше, фразы. Все, что делает иллюзионист, оно не случайно. Вот, к примеру, даже взгляд. Попытайтесь рассредоточить свой взгляд. Не концентрируйтесь ни на чем. Просто самая главная задача – не смотреть мне в глаза. А я буду с вами говорить и к вам обращаться. Видите, даже с учетом того, что я с вами говорю, я зараз відчуваю себе просто косоокий, я нічого не бачу. Ви контролюєте свій взгляд, і при цьому вам дуже хочеться посмотреть мені в глаза. При цьому чоловік, який об этом не знає, що він зробить, він, відповідно, посмотрить в глаза. І таким образом ми можемо управляти взглядом чоловіка, к примеру. І куди ви смотрите? На серветку. Звісно ж. Після чого я можу переводити взгляд наверх, ще вище. И так дальше. То есть таким образом мы можем по факту минимально управлять человеком, как зрением, взглядом. Мне кажется, пока нас тут отвлекают, там проверьте речи в гримерці, будь ласка. Так, а скажи, а как можно научиться отвлекать людей, то есть их погляд, чтобы они не побачили это? Ой, на самом деле для начала все-таки понадобится большая, скажем так, запас фокусов. То, чем можно будет дополнительно отвлекать. И за счет этого мы увеличиваем количество трюковой части, и мы можем уже переключаться от одного трюка к другому, к третьему, к четвертому. К сожалению, запас очень огромный, нужно иметь, чтобы этим спокойно владеть. И я бы хотел, кстати, перейти сразу к следующему фокусу, okay. Потому что я уверен, он вам тоже понравится. У нас два стаканчика, ты уже заглядывала. Да, я уже заглядывала, там ничего не было. Можешь взять, пожалуйста, в две руки, вот так, чуть выше. Добре. Зараз хоп, а тут вилазить. Так, смотрю, що там відбувається. Наберем, опа, облил тебе немного. Ну нічого. В один стаканчик і в другой. Смотри, так. Нам нужно будет встать. Вставай, угу. Вместе. Я буду сухий? Чи не факт? Держи над головой. Добре. Смотри, небольшое движение. Я сначала покажу, ты повторишь. Добре. Медленно делаем. Готов? Смотри, делаем. Раз. Смотри, я сначала покажу, потом ты за мной. Делаем. Раз. Поворачиваемся. Пам-пам. Тут волшебное движение должно быть. Тынь-тынь. Ага. И доворачиваемся. Андрей, готов? Для тебя повинно было... Очень медленно. Я следкую. Окей, давай. Готов? Да, давай. И? Туда. Туда. Все. Да-да-да. Далее. Доворачиваемся. Пам-пам. И повертайся. Я вообще как ты выпал. Держи над головой, не переживай. Главное, доверяй. Добре. Готов? Да. Просто переворачиваем стаканчик на голову. Можно я на глине? Ну, не, я не буду. Просто верь мне. Смотри. Опа, видишь, ничего нет. Я не выпивал. Але я цей переверну. Тут... Нет, 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 нет. Давай, давай, я тебе помогу. Готов? Раз. Два. Три. А як? Магія. А де? Дело в том, что это на самом... Якщо чесно, я просто відчував, що там в стаканчику вода. Розумієте? Я реально відчував. Мені кажуть, перевертай, а я як перевертай, коли там вода є. Тут у нас іде плазма знизу. Занадто дорого буде мені мікрофон. Перевернути. Мікрофон, так. І... Я думала, це буде прикол, типу, ти будеш... А як? Там реально була вода, я бачила тінь. Понравилось? Мне, да. Блин, мне понравилось вам показать фокусы. Мне цікаво, як це відбувалося. Я передивлюсь це потім по вільному перегляді. Да, треба подивитися це інтерв'ю потім на повторі. Бачите, вам потрібно перейти на YouTube-канал «Правда тут» і дивитися повторі.
не надо. Не надо. А дуже цікаво, знаєш що? Що? Ну, я побачу, як ти такий стоїш, переливається, відчувається, що випив воду. От в мене як? А вот это уже секретик. На самом деле, у меня для тебя тоже есть фокус один. Мне уже страшно, а у меня, ну, фокусы, блин, сидя пока, в принципе, не показываются, поэтому... Встать? Да. Да, встаю. Нет, ты можешь, кстати, присаживаться. Но сижу. Мне понадобится одна твоя маленькая деталька. Яка? Это твое сердце. И твоя рука. Дело в том, что у каждого сердца должна быть своя вторая половинка. И мы, конечно, не исключение. И здесь действительно будет вторая половинка. Но мы их разделим. Одно сердце я кладу к себе, второе сожми в кулак. Крепко-прикрепко. Так что, ух, с пальцем сжало. Дави. Раз, два, три. Пам! Чтобы ничего вообще не осталось. Да. Раз. Ух. Подожди. Ты меня неправильно поняла. Нужно было не раздвоить, а раздавить. Сделать не два, а ноль. Понятно? Все. Вот дави со всех сил. Не два, а ноль. Пам! Раздавила. Ничего не осталось. Открывать? Да. Ого! Ну, це якось фокус мені один із фокусників показує і відкривав секрет. Ось, я не буду його відкривати. Я можу подарувати вам своє серце? А там ще одненьке лежить, ще один ангелі, ще одненьке лежить. Пораняло, пораняло. Опа-па, ребята, серце з мене випад... Я в шокі. Кстати, мені дуже подобається один фокус. Бачиш, Олесь, от ми з людиною бачимося перший раз, а він уже скільки мені любові подарував, а з тобою три місяці працюю. Це ти подарувала любові. Ангеліна, з твоєї руки була любов, розумієш? Боже, фантастика. Просто розсипали її. Клас, заберіть їх собі, клас. Клас. Так, а скажи, а зробити зараз також і їх немає? Зараз, секунду. На самом деле, у мене буде один фокус, і я його потім ще навчу вас. На самом деле, у мене є один трюк, який... Он сам по себе маленький, легенький, но он мне очень нравится, поскольку часто попадается, что в профессии именно вот такие люди. Давай, я тоже умею фокус. И ты такой, ага, у меня... Ангелина в целом, он пока... Не сникает, не спрацовывает. Ну, я понял. И у меня есть для них отдельный фокус, вот. Так, блин, как бы вам показать, чтобы на камеру видно было. Какая у нас? Опа, сосредоточились? Смотрите на палец. Да, я в такой неудобной позе. Итак, у нас исчез палец. Но на самом деле его нету ни с одной, ни с другой стороны. Его можно вернуть. Боже, мне нравится твое лицо постоянно. Мені здається, а чаще для кого ви робите свої ілюзіативні виступи? Чаще всего для дітей, ну так же, як і для дітей, так і для взрослих. Мені треба туди, от мені подобається. Тут відбувається... Ангеліна, коли буде у тебе день народження, візьмем собі аніматора. Слухайте, я туди, давайте, мені подобається. Оце серцями буду тут, якби, в студії. Клас, все, бомба, мені подобається. Скажіть, будь ласка, а от чи бувало таке, що ілюзіативний виступ номер не вдавався? І що в цій ситуації приходилося робити? На самом деле, да, такое бывает. И фокусы, они всегда, они граничат с провалом. И чем больше у тебя опыта, тем легче тебе в принципе. Если у тебя опыта нету, ты выучил фокус. Если ты лажанулся, ты лажанулся, и тебе приходится такой, извините, ошибся. Но если у тебя уже есть за плечами большой запас фокусов, ты можешь один фокус переводить в другой. Самое главное, что должен делать иллюзионист, это не показывать то, что он в чем-то ошибся. К примеру, у меня была ситуация, где нужно было изначально проверить колоду. Ага. Я этого не сделал, у меня там... Я засовывал карты обратно, и какая-то из карт перевернулась. И все это лежало у меня в кармане. Для фокуса нужно было, чтобы карта зрителя переворачивалась. И так и сделал, так и случилось. Карта зрителя перевернулась, но у меня в колоде... Оказалось, еще две перевернутые карты. Я такой, ёй. Я такой понимаю, что одна из них его, а какая, я не знаю. Я говорю, вот, у нас есть три карты, одна из них ваша. Он, правильно? Да, правильно. Я говорю, хорошо, смотрите. Мы их перетасуем. Какая конкретно ваша? Он говорит, восьмерка червей. Я перетасовываю. Говорю, да, она, она. И уже перехожу на другой фокус с тремя картами. И в таком плане вот и получается фокус. Мы, грубо говоря, свои ошибки переводим в следующие трюки.
Це, тобто, як кажуть, часослівниковий запас, та, чим більше він, тобто ти більше ти можеш його використовувати. Да. А от скільки в твоєму загашничку, в твоїй скриниці Пандори є конкурсів, вибачте? Конкурсів. Чесно говоря, я їх ще в 12 років пытался подсчитать, мені було трудно. Зараз, боюсь, я їх в принципі не засчитаю. Ну, це більше 50? Ну, важко считать до 50. Больше 5000 – это 100%. 5000? А який найскладніший? На самом деле у каждого фокусника есть свой фокус, который будет ему сложен. Но сложнее всего считается все-таки ловкость рук, то, где используется как раз умение за счет скорости рук и так дальше. Но далеко не всегда. Вот, к примеру, вот этот фокус называется «Невидимое прикосновение», которое я на вас показывал. И он также по-своему сложен. Почему? Потому что его не получится тренироваться в одиночку. Его нужно тренироваться сразу на людях. Ага. А соответственно, здесь уже куча нюансов, которые всплывают во время тренировок. И прежде чем тебе показывать это на сцене, ты должен его как минимум отрепетировать 500 раз. Но и при этом вот это количество людей, которые ты должен находить, и этот фокус не показывается дважды. В принципе, никакие фокусы не показываются людям дважды. Это и есть золотое правило любого фокусника. И в данной ситуации, как раз с трюками, где непосредственно можно натренироваться только на зрителе, они являются трудными за счет своих репетиций. Угу. Ну, у мене поки що нічого не виходить. Нічого, хей, чемпіонка, в тебе все вийде. Але воно не працює. А можна для нас фокус, те, що обіцяли? Хорошо, да. Я зафіналюсь, но у мене є ще одна. Це як прикольно, що... Ай, ти ж теж говорила, що ти на корпоративах буваєш? Інколи. Да, поэтому этот фокус, возможно, ты знаешь. Ну ничего, я не бачу. Хорошо. Смотри, будет у нас такая небольшая игра в наперстки. Okay. Твоя задача будет следить за бумажкой. Все просто, в правой или левой руке. Ага. Готов? Да. Сосредоточился? Просто угадываешь. Твоя задача будет намного сложнее, не подсказывать. Ага. Смотри, раз, два, три. Правая, левая? В какой? Нет, не угадал. Давай немножко медленнее. Готов? И раз, два, три. Правая, левая, в какой? Так, ты начал ошибаться. Давай, еще немножко медленнее. Готов? Раз, два, три. Правая, левая, в какой? Нема, вылетела. Молодец. Да, это именно этот фокус. А знаешь, у нас тишина в зале, это просто... Да. Почему впало? Вот такие они. Но у нас есть классный трюк, в котором поучаствовать смогут, в принципе, все зрители. Для этого понадобятся только руки. Скрестите руки так, чтобы правая рука была сверху, левая снизу. Большие пальцы ровно вниз. Зрители можете точно так же повторять. И соединяем. Ага. При этом, смотрите, большие пальцы должны оставаться вот, ровно вниз. Пум-пум. Угу. Вот. Правая рука сверху, левая снизу. Угу. Большие пальцы ровно вниз. Угу. И на счет три поворачиваем большие пальцы вверх, не сгибая локти. Раз, два, три. Мені здається, ми десь обманули, знаєте? Только для вас, я розкажу секрет фокуса. Но для начала нужно будет немного размять руки. Да, давайте. Постучите твердой частью ладонь. Так, вчиться зараз робити фокус. Да. Всі разом. Кончиками пальцев. Ладошками. Спасибо. Верьте волшебству, и оно обязательно к вам коснется. Класс. Чесно, неймовірно вдячні. Понеділок розпочався так прекрасно, якщо можна, щоб, знаєте, отак усі мої побажаннячка, це там хоп, вони примножувалися, щоб, наприклад, десь у Пінчука там вода на голову тільки пролилася. Було б класно, але те, що ви сьогодні нам подарували дитячу радість, це точно. Дякуємо. Я до цього часу ще думаю, як це можна зробити. Те, що нам показав наш гість-ілюзіоніст Євгеній Чос. Дякуємо ще раз тобі за такі класні фокуси. Ще більше натхнення, і спасибо. Не знаю, сьогодні день якраз натхнення мистецтвом, він ідеально підходить під все. І день ілюзіоніста. Ось, що ми вас професійно і вітаємо. Дякуємо вам вкотре за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що і далі будемо вас дивувати, а ви тільки будьте разом з нами. А щоб бути разом з нами, потрібно підписатися на наш канал, поставити вподобайки, писати коментарі і ставити дзвіночок, щоб не пропустити цікаву та корисну інформацію.